Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! Сегодня 14 ноября 1918 года. Сегодня первый снег. Поздравляю вас всех с первым снегом. Начинается межсезонье. На лед еще выйти рано, а на удочку ловить уже поздно. Прекрасная, замечательная зима начинается обычно. Говорят, первый снег тает, но по прогнозу что-то этого не наблюдается. Снег кружится хлопьями, норовит упасть. Мальчик, совсем маленький, хлопья ловит в пасть. Где-то там он бегает по двору. А мы будем готовиться за это время к зимней рыбалке, снасти подготавливать. Следующий, вот нынешний ролик будет короткий, но очень необходимый для каждого рыбака. Мелочевки, мелочей на рыбалке не бывает. Значит так, приступаем. Речь у нас пойдет о так называемой палочке-выручалочке. Что это такое? Делаете палочку из дерева, небольшую. Вот ее размер буквально меньше даже 10 сантиметров. С одной стороны вы сюда приклеиваете, прибиваете гвоздиком кусочек кожи. Вот я взял кожи кусок, у меня с ремешка был, обрезал. Можно взять кожу из старого сапога вашей супруги, забитого в конец вашей какой-то обувки, с ремня военного другого и так далее и тому подобное. Вот эта кожа у вас здесь имеется в наличии. Дальше у нас с другой стороны мы сюда приклеиваем мелкую наждачную бумагу. Можно прибить гвоздиком, но опять-таки нужно какую-то прокладку ставить, типа газету свернутую, материю, бумажечку. Ну, я приклеил и на всякий случай это сделал. Дальше мы поступаем следующим образом. Что? Так вот, мы берем пасту ГОИ, вот она какая. Она используется для доводки изделий из черно-цветных металлов, стекла, пластмассы и так далее. То есть она доводит и нож, и крючок там до определенной остроты, какая вам нужна. Берем эту пасту ГОИ кусочек и натираем шероховатую поверхность кожи. Кожа должна прибиваться гладкой поверхностью или приклеиваться к дереву. Вот мы натерли. Это занимает немного времени. Это вам хватит на весь рыбацкий сезон. С этим ничего делать не надо. И вот вы на рыбалке. У вас, допустим, вы посмотрели, крючочек чуть это самое затупился. Вы берете, правите. Раз, два, три с одной стороны, с другой стороны поправили крючочек. Потом также самые операции проводите с брусочком, где паста ГОИ. Несколько раз буквально, и он у вас становится острый. О, цепляется за палец, вот прямо за шкуру цепляется моментально. Вот. Так, дальше. Видите, блесна потускнела. Бывает, что она лежит долго в коробочке, а бывает вода кислощелочная, там какая-то особенность, что блесна работает, допустим, на пасмурную погоду, яркая блесна, она быстро тускнеет. Это можно восстановить очень быстро. Вот берем мы сейчас прямо при вас. Видите, какая она тускла? Буквально несколько сейчас движений. И вот она загорелась. Видите, как она вся сверкает уже. Вот. Вот, она уже блестит. Она горит прямо огнем. Сейчас, может, ракурс другой поставить. Вот, она уже заблестела. А была вообще тусклая какая. Так, так же самое можно поступаем с мормышкой. Вот мормышка черная совсем. Мы сейчас ее берем. Потерли. Одну грань, другую грань натираем. И мормышка становится
огнем горит. Вот чуть-чуть неровности. Ну вот видно, как сразу она становится блестящей. Там ромышка. Можно. Вот и все. В принципе, весь, как говорится, секрет. Но такую палочку желательно иметь на рыбалке. Она ничего не весит. Ее или в карман положить, или в рыбацкий ящик. Благодарю за внимание. Подписывайтесь. Дальше будет еще много чего интересного. Что знаю сам, буду говорить вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.